Под занавес регулярного сезона «Спарта НТК» успешно закрепилась в восьмерке лидеров, что предопределило попадание в турнир плей-офф. Но расслабляться наши девушки не планировали. Игру с лидерами турнирной таблицы они начали с результативных атак. На первой минуте спартанки забросили три мяча в корзину соперниц, после чего команда «Динамо» стала наращивать темп. Спортсменки из Видного не отступали и вели игру с преимуществом в 2 очка. На второй минуте команды сравняли счет. Трибуны гнали спартанок вперед. Какие ожидания от игры у вас? Надежда есть. Они с «Динамо» всегда борются. Наши победят, да. Выиграют, конечно, обязательно. Ну, ожидаем, конечно, победу. Надеюсь, верим в победу. Но ничто не может так поддержать боевой дух, как семья. Верим в свою команду, так что у них тоже все получится. Главное, чтобы без травм и все. Остальное, чтобы все было красиво и все. За кого болеете? За свою дочь. Она играет в «Спарте НТК». Команды вели напряженную игру. Спартанки не отступали и трижды им удалось сравнять счет. Однако во второй четверти победу одержала команда курского «Динамо». Матч завершился со счетом 52-85. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.